Ну что, ребятушки, перегорела моя жопонька. Походил я по комнате, взад-вперед помаялся, поругался на всех на свете. Выпил воды студеной, умылся ею же и вытер лицо холодной тряпочкой. Думаю, ну все, что-то надо делать. И опять присел за компьютер, чтобы сделать вам запись. Ну, делал я теперь по-другому. Писал реплеи, а потом выбирал лучший. И вот один из них. Как бы за всю мою боль и страдания. Смотрим. Оба-на. Это вот вид сверху. С самолетиков. Сводимся. По засвету нашего велосипедика. Выбрали самую имбу. Чувак за... глобальную карту получил. Чифтейн, так называемый, едет нагибать. Но я плохой человек. Меня разозлили ужасно в предыдущих боях. И я, скрипя сердце, сел нагибать. Шутить не буду. Это видео я назову «За всю боль». Это будет жесткий бой с моей стороны. Рекордный по урону. Вперед забегать не буду. Ну, в конце боя, если не забуду, то скажу, что это будет медаль Гора, ребята. Медаль, мать его, Гора. Кто не знает, загуглите. О, пробитие, ребята. Красотизм. Прогетто 65 наигрался. Сейчас он пойдет жаловаться на меня. Соответствующие органы белорусские. Вот, скажет, что там за человек такой сидит на... гей-клабе закидывает мне такие какули на косарь плюс. А это был я. Очень злой и ужасный Василич. Так, продолжаем контрить этих пацанчиков. Приехали они тут наших обижать. В расчудесных и своих камуфляжиках. Вон, ИС-7 в зелененьком. Чифтейн в синеньком. Ну, кто знает, тот понимает, что это за камуфляжи. Вон розовенький товарищ. Это все, кто за блогеров играл. Пополучали, так сказать, на халяву. Ни хрена не делая. Ковыряясь чисто вот так попе пальцем. Вот на арте бы они попробовали. На арте поиграть. Какая жопа боль, ребята. Это самый сложный, как я пришел к выводу. И командозависимый вид техники. Будут у тебя лошары в тиме, вот ты не настреляешь ты нифига. Будут пацаны с железными яйцами и стальными ягодицами, которые будут терпеть, получать, но терпеть до самого конца. Ты сможешь им помочь, они будут светить. Я буду швырять по 457 как минимум. Ну, по 1000 лучше, конечно. Вон ЕБРчик у нас скачет. 62-ка. На характере стоит парень. Стоит, терпит, ждет своего часа. Забегая вперед, это 62-ка. Окажется лучшим, мне кажется, игроком. Владимир Михайловка. Огромное тебе спасибо, Владимир. Все Владимиры классные пацаны. Запоминайте, Владимир попался в команде. Значит, будет вам счастье, ребята, счастье. А ему огромного здоровья хочу пожелать. Сибирского. Оба-на! Сразу двоим. Хрясь только по морде, какули. Да, огромного здоровья, крепкого. Иммунитета самого лучшего в мире. Вот. Ну и, конечно, стальных яичек. Вот он, целенький, фуловенький. Будет до конца боя жить, помогать всем. Ну, молодец вообще, умница. Мальчик. Так, ну а мы будем помогать команде. Вроде бы проигрываем, да? 5-6 проигрываем. Но ничего, я уже привык к этому. Особо не расстраиваюсь. Ищу слабое звено. Звенышко. Надо, короче, популяцию вот этих красненьких вражин сокращать. Сокращаем ее. Оп, это не я. Это не я был. Так, дальше ищем жертву. Ищем. Вот эти ЭБРы, вот собаки, блин, вот хочется его вкачать. Ну, как подумаю, как управлять на нем, так зараза, блин. Надо учиться, во-первых. Потом сдавать на вождение. Правила там
движение, вот это все. Ну, вы понимаете, потому что черти переворачиваются. Я не хочу как нубас, блин, гонять на нем. Чтоб потом с позором вам видео выкладывать. Нет. Мы, наверное, не будем сейчас экспериментировать с этим делом. Продолжаем свой чудесный нагиб на арте. Оба-на, это был не я, к сожалению. Ну, вот этот мальчик, забегайчик. Кто ж ты такой, а, наглец? Ях ПЗЕ-100 он там подпирает. Очень хочет ее. Очень хочет. И так к ней подъедет. И сяк, и жопой, как говорится, об косяк. Так, ну где же моя кокулька? Кокуленцы я. Оба-на! Принимай посылочку. Все, иди гуляй. Колесики подкачай. Не забудь. Вот так вот. Ну что делать? Прострела у нас не очень. Ребята попрятались на тяжиках. Нужно что-то выбрать. Где бы стать? Вот подумайте. Вот вы бы куда стали, не знаю, на моем месте. Напишите в комментариях, где здесь нормально встать можно, чтобы на вот этом расчудесном гей-клабе можно было прокидывать. Думаете, я гриля вот этого слева прострелю? Вот этого. Нет. Не тут-то было, ребята. Очень сложно забросить сюда. Правильно стал, пацан. Как попкой чувствует, что я на него свожу. Так, упала. Упала там что-то. Ну, нам пофигу, у нас два тяжа. С этим надо что-то решать кардинально. Собираем всю волю в кулак, сводимся аккуратненько. Экипаж еще у меня нубасосовский. Это надо понимать. Вот он думает, сейчас спрячется там за трупиком. Оба-на! Наш товарищ его чё? Правильно, поставил на гусельки. Я ему туда же отправляю, в надежде, что он стоит, чинит свои гусельки. Ну, я так думаю, что я попал в блендик. По-любому. Вот он, Владимир. Наш герой Михайловка. Видимо, родом из Михайловки. Правда, не знаю, где это. В нашем районе. Точно не уверен. Но что-то такое я слышал. Что-то где-то поблизости. Подмосковье. Михайловка. Ага. Так, так, так. Сейчас мы попросим мальчика этого подсветить из Михайловки. Он малорик. Все делает правильно. Не торопится, не вылазит. Видите, даже не попал. Прямого 4-8-2. Прямо ему под задницу, куда-то в тот район. Неважно. Но он принял нормально. Полет нормальный. Владимир забирает. Да ё-моё, у него еще длиннее ник. Я там вначале не прочитал. Но это надо изучать очень подробно. Ну, некогда мне сейчас, сами понимаете. Попробуйте прокомментируй данный бой. Хочется вот этому. Малец, удалец. 1995 год. Хороший ник. Жалко мальца, удальца. Забегая наперед, вам скажу. Очень старался. Ехал помочь грилю, видимо, но не доехал. Ну, на самом деле на Т-110Е4, на танке с башней, плюс-минус там броня какая-никакая есть, я бы лучше поехал в город и суппортил супер-конкуэрера. Ну, прикрывал, так сказать, ему попец. Но этот парень в одно лицо решил порвать всех. Всех наших мальчишек. Ну, пацаны у нас тоже не пальчиком как бы деланы. Вот тебе 549 под бачок. Урон у меня уже 3671. Ассист 1751. Стараюсь как могу. Трезвый. Кроме воды ничего не пил с утра. Так сказать, очищение организма от всей грязи, шлаков. Ну и негатива, соответственно. Вам тоже советую хотя бы денечек вот так вот трезвым посидеть. Сконцентрировать внимание. Стараюсь, ребята, с утра стараюсь. Под градом. Уже два ведра воды выпито. 10 трусиков поменено. Их тушу, выбрасываю, новые одеваю. Тушу, выбрасываю, новые одеваю. Вот так вот у меня по КД. В течение там получаса где-то сгорает. Один комплект белья, в общем, горит подо мной. У меня теперь табуретка из железа. Жаропрочный металл подо мной. Все, хватит. Хватит покупать деревянные табуретки. Все у меня теперь будет железное. Скоро столешницу пригандоблю такую. Ударопрочную. Монитор в бронированном стекле. Ну, короче, все будет у меня как в танке, ребята, как в танке.
ну не знаю, стоит вот на него, на вот это вот, на вот это существо. Уважаемый Рокки-боец, ничего личного, убил тебя Владимир. Михайловка, Лачик какой-то. Михайловка, Лачик, нормально. Ну, у нас такого точно нет населенного пункта. Так, суперконь. Мега-конь остался. Что же он будет делать, как вы думаете? Я думаю, он должен бы забиться вот сюда в уголочек, чтобы, если слева-право будут заезжать. Здесь, во-первых, сейф есть. Вот куча непонятно чего. Угля там, я не знаю, щебня. Сверху мне не видать, к сожалению. Попробуем поискать его свободной камерой. Где ты, товарищ? Товарищ герой. Я бы сделал именно так. Вот наши ребятишечки. Еще. Давайте за Вовочкой понаблюдаем. Очень грамотно действует парень. Не торопится. Едет близко так к зданиям, чтобы пролингенить в случае чего не получить. Ну, лишнюю плюшку зачем получать от суперконя. Все он верно делает. Торопиться не надо. Времени у нас еще полно. Я стал посередине, ну, в надежде вот сюда прострелить. Но этот суперконь оказался не настолько, как бы, как я думал, умный. И он стал правильно в двойной прострел. То есть ему и отсюда паренечек мог всандолить, ну и соответственно отсюда. Вот так и завершился мой бой. Спасибо за просмотр. Удачи вам в боях. Медаль гора моя.